всем привет и добро пожаловать на канал «Продолжаем жить и выживать Project Zomboide». И, народ, у нас сегодня, значит, день будет по базе, опять же, небольшой. В офлайне там я туда же, опять же, съездил, куда в прошлой серии ездили, и притащил некое количество окон. По-моему, там около 19 штук нужно будет поставить нам в наш зимний сад. Сейчас мы этим и займемся. Но помимо зимнего сада, еще здесь вот подготовил небольшой складик. Теперь здесь все выглядит логично и уютно в этой комнате. Тут будут стоять два металлических шкафчика. Ну, здесь занавесочки пока лежат и деревянные окна, опять же, для зимнего сада. Здесь будет оружейный шкафчик. Потом все это благополучно в офлайне перенесу туда. Вот, и здесь такой сундук будет для, я думаю, для зимней одежды. Потому что здесь даже зимняя куртка нашлась. Так что зиму мы точно переживем. Пока ездил туда в офлайне, кстати, выпадал первый снег. Так что у нас уже 5 число. Так, это месяц 11 ноябрь. Так что такие пироги у нас. Сегодня, наверное, будет коротенькая серия. А, кстати, здесь вот обратите внимание, этот ковер, который притащили, как нормально, по-моему, вписался по красоте. Давайте позавтракаем. У нас, кстати, еда потихоньку заканчивается, но, тем не менее, еще запас большой. Я думаю, до весны даже может хватить, а если не хватит, то, опять же, ну, будем эксплуатировать зимний сад. Очередной урожай свежей клубники, что не может не радовать. Так, хаваем две клубнички и картошкой закусим. Пойдемте наверх, к зимнему саду. Так, здесь я лампочку поставил. У нас вот 4,5, и там еще внизу. Ну, посмотрим, должно хватить. А в принципе их дофига притащил, там целый район оставил без окон. Прошелся, блин. Так, я даже не знаю, стоит ли все освобождать, нет. Давайте начнем тогда. Берем 5 окошек. По 4 влазить. Ну, ничего, нормально. Так, я старался вроде одинаковые такие деревянные окошки брать. Давайте с этого края тогда и начнем. Так, народ, разместили мы с вами 9 окошек, получается. Здесь вот, кстати, где глухая стена, я думаю, поставить навесные фонарики. Я даже, по-моему, их подобрал, потому что электрика у нас прокачалась благополучно. Спасибо за советы в комментариях, где писали, что можно разбирать телевизор. Я про них совсем забыл. Да и вообще, я гляжу в комментариях, ну, дельные вещи пишите, так что продолжайте писать, советовать. Блин, очень помогает. Так, здесь у нас тоже куча хлама. Кстати, вот причудливые фонарики, навесные, бочка. Так, остатки ковра. Но нас интересует оконца, деревянное оконца. Так, берем. Угу, и сюда. Так, еще 2 осталось. Мы можем вот так вот? Нет, все, не влазит. Пойдемте, поставим их. Начнем отсюда прям ставить. Так, ну осталось нам уголок зашить. Сейчас я посмотрю, блин. Я вроде приносил достаточное количество одинаковых окошек. Так, еще 2 здесь у нас есть. Берем пока сюда. Смотрим, здесь все у нас. Так, здесь пока все пусто, да? Заглянем сюда. Так, окно из плиток, но это другое окошко. Куда же их тут напихал-то? Так, здесь столик, а вот еще 3 окошка у нас есть. Берем. Так, давайте заглянем тут в багажнике. На улице, кстати, 9 градусов, что-то так потеплело получается. А до этого, ну опять же, я уже говорил, шел первый снег с дождем. Так, здесь у нас пусто. Окно серое. Здесь у нас пустой поддон. Да, я там этих пустых поддонов принес. Сейчас тоже их разбросаем по территории и посмотрим.
В игре какие-то птички чирикают, похоже на весну, но на самом деле приближается зима. Долгожданная зима. Так, смотрим. Давайте отсюда начнем. Так, мы, значит, поставили все окна, осталось только дверь сюда поставить. У нас внутри 11,5 градусов. Если мы выходим на улицу, у нас сразу на 1,5 градуса падает. Кстати, здесь все-таки притащил я этот газовый гриль. Он там благополучно после последнего раза, как я включил, газ выгорел, и баллон пустой я там же на месте и выкинул. Так что, блин, спасибо, что там написали про газовый баллон. Я просто что-то это растерялся, не увидел, не посмотрел, как бы, что там написано, можно вытащить газовый баллон. Но вообще, я хотел бы, конечно, еще который на углях такой красненький притащить. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Эти палеты еще какие-то были, да? Пустой поддон берем. И здесь тоже возьмем. Ага. Да, жарковато даже становится. Я тут всего одел, то есть сверху пожарная куртка одета, потом кофта, а под кофтой еще и рубашка. Поэтому мы тут немножко это потеряем. Но ничего страшного. Тут, я думаю, сейчас 10 градусов, а следующий день уже будет и похолоднее. Так, по поводу, значит, палетов. Предлагаю так их немножечко закидать по уголкам, создать такой небольшой артхаус. Погнали. Отлично, палеты мы с вами раскидали. Я предлагаю не терять тогда время и засеять сюда, наверное, клубнику, а вот туда в угол 4 куста картошки сделаем. Почему бы нет? Потом надо будет, кстати, в офлайне все-таки перенести сюда всякие лейки. И я думаю, лейки, кастрюльки можно наверху держать, собирать дождевую воду. А всякие семена как раз в ящики отлично влезут. Ну и лопаты, грабли всякие тоже. Так, у нас он уже покушать хочет, да? Попить надо еще. Повышенная жажда как-никак. Наполним бутылочку водички. И съедим наш любимый картофель. Кстати, у нас тут жаркое приготовлено еще. Давайте съедим, а то пропадет еще. Отлично. Так. Не забываем скидывать жаровни. Хорошо. Такой вопрос, почему-то... Вот я уголь там собирал, думал, то, что его можно будет в печку закладывать. А нифига, как бы печка не воспринимает уголь ни в какой форме вообще. Хорошо. Так, смотрим, что у нас в этом ящичке лежит. Бочку. Мы сейчас обязательно ее поставим. Причудливые фонари мы повесим сейчас. Перед тем, как засеивать семена. Что у нас тут еще есть? Да, в принципе, наверное, ничего. Мусорный бак надо на помойку поставить. А тут только лежит, просто место занимает. Погнали. Наверное, сейчас фонарики прикрутим. Так, семена клубнички берем. Пачка семян картофеля. У нас открытый-то нету. Томат есть. А, вот картофель. Семена подсолнуха лежат, но их можно просто съесть. Было бы прикольно, если бы еще подсолнухи можно было бы выращивать. Такс. Так, бочку, да, нет. Давайте фонарики вот сюда повесим. Так, они даже у нас уже включены. Да? Пока выключим. Я думаю, надо будет сменить там лампочку и поставить зеленую. Ну, не знаю зачем, мне кажется, будет прикольно. Так, ну погнали сеять тогда семена. Так, клубнику мы с вами засеяли. Кстати, информация пересохшая. Надо сразу все это дело будет полить. Давайте сбегаем за леечкой. Хотя, блин, куда тут бегать-то? Надо сначала все скинуть. Сейчас мы поставим бочку.
пусть, наверное, две рядышком стоят, если что, потом можно будет передвинуть. А то она в инвентаре лежит, и как бы это, ну, время теряется, то всякие дожди идут, можно воду копить. Так, мусорный бак. Мусорный бак на помойку поставим. И заодно возьмем эти лейки. А прям три в ряд будет нормально. Хорошо. Кстати, я понимаю, что клубникой сильно голод не утолишь, но меня что радует в клубничной идее, то, что она как бы сама по себе растет, и ты ее собрал, и не надо заново сеять. Это не может не радовать. Так, возьмем все. Все лейки берем. Да, наверное, и все кастрюльки возьмем. Хотя можно лучше, конечно, ведер брать. Ну да ладно, не суть. Если что, там сейчас из бочки начерпаем. Хоп-хоп-хоп. Кстати, про то, что говорил, пистолет потерял. Блин, спасибо, что напомнили, что он здесь лежит у меня на помойке скинутый. Я вообще из головы вылетело. Так. Давайте польем теперь все это. Вода у нас закончилась? А, нет, не закончилась. Почему у нас еще три кастрюли? А, они все на донышке остались. На донышке. Давайте их пока скину сюда. А лейки мы сейчас из бочки наполним. Я уже думаю, бочка от этого не обеднеет. Так. Наполнить лейку. Долго наполняет. И еще одну. Лейку наполняем. Сколько у нас в бочке еще осталось? 78%. Вообще шикарно просто. Бочки. Бочки красавицы. Так. У нас осталось две грядки полить. До конца. Отлично. Все, так, это мы полили. А давайте сразу и картошку засеем тогда, раз мы здесь. Посеять семена картофеля. Так что зимний садик уже практически готов. Ну, осталось только дверь нам поставить. Я думаю, с этим мы разберемся в ближайшее время. Надо будет еще улучшить стены до третьего уровня. Так, а сейчас хочу посмотреть насчет вот лампочки зеленой. Сейчас бы сразу и воткнем, если получится. Так, где у нас тут три лампочки? Берем. Хочется найти фиолетовых лампочек, красных. Я видел, что их дофига разных цветов, но почему-то мне попадаются только зеленые. Не знаю почему. Напишите в комменты, где можно надыбать цветных лампочек. Либо их как-то самому надо крафтить. В этот вопрос я не вдавался совершенно. Так, выкручиваем. Хорошо. И вкручиваем зеленую лампочку. И здесь то же самое делаем. Включаем. Ого, какой насыщенный зеленый цвет-то. Еще одну. Хорошо. Теперь у нас зимний сад по-настоящему зеленый. Так, уберем там лампочки эти. Надо, наверное, поспать, передохнуть. Так, 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 так. А где у нас тут электроящик, в который уже нифига не влезает на самом деле? 50 из 50. Надо будет ящик сверху сколотить. Но досок сейчас нету, потому что это немножко другие задачи ставим. А потом еще дерево нарубим и сделаем все по красоте. Так, все, ложимся спать. Отлично, народ, проснулись в 6:10, самое подходящее время, чтобы вставать. Так, помидоркой позавтракаем. Отлично. Надеюсь, на генератор нагрузки опять же не будет. Это большой из этих двух дополнительных лампочек, а то растрата бензина, конечно, такое себе дело удовольствия, учитывая то, что уже он заканчивается, скоро нам придется
скоро нам с вами придется ехать на заправку и лутать бензин. Хорошо. Посмотрим, что у нас еще там по деталькам всяким валяется, по ящикам. Может, сейчас раскидаем, чего куда. Так, плитка белая. У нас белая плитка пока не нужна, у нас все заложено нормально по плитке. Нам коричневая нужна плитка, а ее нет. Опять же, надо ехать собирать. Так, лампы. Фигня, пока нам это не нужно. Декоративный столик. Ну, можно поднять его наверх, поставить. По поводу шторок, кстати. Шторки можно повесить сейчас будет внутри нашего домика. У нас тут $62 и кредитная карта. Так, здесь у нас это. Смотрим здесь. По-моему, шторы были еще розовые, да? Такая еще занавесочка. Тоже сейчас повесим, чтобы оно не болталось. Пусть будет. Декор никто не отменял. Здесь у нас везде по пустоте уже, да? Смотрим. Кстати, вот 3-4 градуса уже, и как бы, я думаю, нормально. Если раздеться, будет показатель гораздо холоднее. Так, а окна нам не нужны, это нам не нужно. Нужно будет все это потом, опять же, переложить на склады. Хотя использовать машины вроде хранилищ тоже такое нормальное занятие. Но здесь у нас 2 пакетика. Все фигня. Давайте возьмем эту тумбочку, тоже отнесем наверх. Угу. Чтобы не мозолило глаза. Ой, жара поднимается. Только сказал, что нормально. Но, наверное, от перегрузок все-таки. Текс. Интересно, кстати. Ну-ка. Как? Почему нет информации-то? Информация. Уровень полива нормально. А должно быть, по-моему, ну как-то хорошо полито написано. Хотя вроде хорошо же, только что все поливал. Вот, хорошо полито, ну ладно. С этим мы будем разбираться и держать на контроле. Так. Размещаем столик. Столик, говорю, размещаем. Какие шторы? Какая трибуна? Закинем его вот так вот, вот сюда, пусть стоит. На него можно будет, кстати, и лампу поставить, или еще какой-нибудь дополнительный декорчик. Так, по поводу штор, это я вниз хотел повесить. У нас, кстати, здесь какие-нибудь висят шторы, нет? Синие. Отлично, синие будут. Здесь смотрится отлично. Хорошо. Плюс 10 к уюту. Так, а здесь у нас... повесим вот такую ролл-штору, наверное, как ее правильно назвать. Трибунка. Трибунку, конечно, в библиотеку поставить, но у нас библиотека мизерная. Интересно, а на поддоны на эти можно ставить? Нет, нельзя. Потом найдем ее. То пусть она будет здесь и стоять. Так, ну и пару штор мы завесим в библиотеку. Блин, белый и розовый. Там было вроде это. Двое розовых. Хотел одинаковые повесить, но ладно, пусть разные будут. Кстати, как можете заметить, не может пройти, чтобы их повесить туда. Из-за чего, интересно? Из-за шкафчиков. А здесь? Ну-ка. Здесь вообще не выбирается. Во. Тоже не может. Только с внешней стороны, что ли, блин, вешать? Ну, такое себе занятие. Хорошо. Тогда мы их повесим сюда. Пусть будут здесь. Будет просто по красоте. Что у нас тут осталось-то? В принципе, наверное, все уже. Все сделали. В следующем выпуске надо будет поехать туда дальше, в эту деревеньку, где мы были. Ну, то, чтобы облутали, это понятно. А дальше там вроде как на карте есть заправка. Некие, наверное, магазинчики всякие. Ну, в общем, тот угол мы добьем в следующей серии. Сгоняем и посмотрим, что к чему. Наберем полезных ништяков.
И будем продолжать жить и выживать в нашей игре, строить замечательную базу. По поводу плитки еще надо заморочиться, просто пока не хочется сделать. Здесь вот на выезде из гаража тоже, как я говорил, дополнить композицию черно-белую клеточку. И тогда будет вообще все по красоте. Так что никуда не уходите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или ставьте дизлайки. И всего хорошего. Пока.